молодые потребители США больше заинтересованы в инвестициях в биткоин. Как сообщает CoinDesk, появились новые данные опроса на онлайн-рынке студенческих кредитов LendEDU, согласно которым 35,9% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет ответили, что заинтересованы в инвестировании в криптовалюту, а 43,5% ответили негативно. В возрастной группе от 25 до 34 лет процент готовых к инвестициям возрос до 44%. Отметим, что среди более старшей возрастной группы 45-54 лет только 10% людей согласны инвестировать в биткоин.